глубокий, я бы записал, это будет... Я не помню, просто мне никакого материала не было. А кто мог бы? Это женщина, которая занималась. Она не замороженная. Где помогла? Она не замороженная. Мы вообще этим занимаемся проблемой. Вместе с Козловым, Александром Григорьевичем, они этим занимались. Я могу дать вам ее адрес. Вы можете с ней связаться. Может, вы какие-то там уже обязательные? Понимаете, как афишировать себя, если я не имею к этому такого отношения. Ну, вы доказали, что вы работаете в библиотеке, и если... Может быть, лучше тогда там директора? Я так не знаю. Нет, они когда начали работать, они работу там разговаривали с работой мужа. Им все равно, кто? Вы, я, мне, директор, все. Ну, так что, представитель. Понятно. Что, не со стороны взяли? Не в том смысле, что вы автор. Да, вот мне бы хотелось, да. Потому что... Нет, там не просто разговаривать, а трубу там и... Потому что вопрос это мучить. Я понимаю. А, что... Нет, он не шишируется нигде. Вы напишите... Им для отчета, что мы разговаривали с вами. Что сотрудники бегали в кухне. Александр Михайлович, не общались? В обществе это как-то тоже понимаете, и рекрутированные, и... Ну, это Ой, отойди.